Я приветствую вас! Это Сокол для goodgame.ru. Да, как многие уже поняли, слышали, читали, видели, я сделал один шаг в моей карьере. Но, конечно, для вас, goodgame-овцев, я еще собираюсь что-то специальное сделать, что-то прекрасное. Самый эпический стрим за всю историю человечества. И сейчас я вам немножко расскажу прохладных историй и всякой другой хрени, которую рассказываю я на своих стримах. Да, но сначала, к тому моменту, да, это было где-то 6 лет назад или 7 лет назад, когда я познакомился с ней. Это было ночью, темно было. Я сидел напротив нее, и первые ее слова были: «Как тебя зовут?» И я решил ей сказать: «Я Сокол с четырьмя точками». И потом я вошел в нее. В нее. И она дала мне шанс стать орком. Взять меч Блейда и косить всяких там финдов, дестров, я не знаю, арбу передавать, самое главное же. Чё же я без арбы? Да, были времена. Сидел я ночами напротив, гладил ее мышку, смотрел ей в глаза. Но иногда она просто все забывала и спрашивала: «Тебе есть 18 лет?» «Ну почему ты это спрашиваешь каждый день? Каждый день! Ну ты же знаешь, что мне больше 18!» «Ну ладно, это не страшно. Но когда ночью ты мне говорила, что Нортон тебя должен проверить, я это не переносил. А потом, когда ты рассказывала, что тебе нужен Кингстон, чтобы он тебе вставил 2 гига, потом 4, это не для моих нервов. Но я держался, мы держались вместе. Я был всегда с тобой, ты была всегда со мной. Иногда я приходил и видел, ты была вся голубая. Я пугался, подбегал поближе, смотрел. А там было написано: нажмите любую клавишу. Я нажимал. Ты погасала, падала, а потом опять включалась. Это было очень клёво. Заводилась, можно сказать, даже так. Потом в паутину ты меня ввела и задала вопрос: знаешь ли ты Майкера, Михаил Мирчук? Я, конечно, не знал. Но потом решился спросить ее, чтобы она меня познакомила с ним. Так я попал на Good Game. Увидел Майкера, Нефанду и всяких других стримеров, людей, не людей, троллей. Да, было прикольно и есть до сих пор. Что еще вам рассказать про наши отношения? Да, это были долгие 6 лет, 6-7, где-то так. Все время я был на ее стороне, и она была на моей стороне. Но сейчас у меня уже такой период жизни, то что мне надо идти дальше. Но я, конечно, ее не брошу. Тебя я не брошу, солнышко. Солнышко, ты мое ясное. Я не отдам тебя никому. Нежно рукою обниму. Ах, иногда ты мне помогаешь пообщаться с моими, с любыми друзьями. Но всегда до этого тебе нужно купить цветок. Зеленый цветок. А потом ты делаешь так. И я могу общаться со всеми, с кем я хочу и не хочу. Потому что всякие тролли меня спамят, пишут. Но это не страшно. Для того они и есть. Да, я очень рад, что мы с тобой вместе были, будем. Но пришло время, что мы немножко расстались. Но это не страшно. Время проходит, и оно лечит любые раны, даже если туда посыпать соль и передать арбу. Да, ну вот, люди, это было маленькое представление от самого эпичного стрима во всем мире, который будет скоро в моем присутствии, или как это сказать, я буду сам это общаться с вами, и можете задавать мне вопросы. У меня куча прохладных историй, которые недавно случились, которые случились год назад, которые самые эпичные в самом эпичном мире, в котором я живу, на этой земле. На этой эпичной земле. Да, на прощание расскажу вам анекдот.
про сына и отца, конечно же. Что вы от меня и ожидаете, дорогие россияне и другие жители планеты, которые понимают русский язык. Сын приходит домой и говорит папе: «Папа, папа, я сегодня был в школе, мы учили алфавит. Все учили первые три буквы, А, Б, В. А я выучил первые 5 букв. Это потому, что я такой умный, папа». «Да, сынок, это потому, что ты умный». На следующий день: «Папа, папа, мы сегодня математикой занимались. Пока все другие плюс и минус учили в 5 классе, не, в третьем классе учили плюс и минус, я уже мог разделить и умножить. Это потому, что я такой умный, папа». «Да, сынок, это потому, что ты такой умный, и потому, что ты мой сынок». На следующий день: «Папа, папа, мы сегодня бегали 100 метров, и я занял первое место. Все сзади меня остались. Это потому, что я такой умный, папа». «Да, сынок, это потому, что ты умный и такой спортивный». «Папа, папа, а потом мы были в душе, и у меня был самый большой. Это потому, что я такой самый клёвый. Блин, сынок, 20 лет тебе уже». Ну ладно, люди, прощайте.